Я всех приветствую на своем канале. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы поддерживаете мой канал, пишите свои комментарии, а также пишите запросы на расклады, которые для вас важны и интересны. Сегодня я также сделаю расклад по просьбе моих подписчиков. Этот будет расклад о женщине, которая совершила преступление. Соня Жаворонкова была найдена мертвой в квартире Ульяны Ланской. И я посмотрю на картах карту личности Ульяны Ланской, с кем она проживала в квартире, могла ли она на самом деле совершить это преступление, мотив и какие же у нее были страхи. Работать буду на двух колодах. Таро 78 дверей и Таро Черный гримуар. Если вам понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Звонить мне нельзя. Пишите смс-сообщение. Первая карта ее личности. Второе. С кем она проживала в квартире? Была ли она одна? Могла ли она совершить преступление? Ульяна Ланская. Мотив преступления. И какие же у нее были страхи? Что же произошло? Страхи. Вот то, что я вижу по данному раскладу, могу сказать так. Этой женщине, конечно же, приходилось в жизни нелегко. Всего того, что она добивалась своим старанием, своим терпением, своим усердием. Если она ставила цель, она обязательно ее добивалась. Она не жалела ни сил, ни времени на это. Но судьба ее как будто бы испытывала. Она попадала в различные ситуации, где она была как жертва каких-то нелепых и непонятных обстоятельств. Я могу сказать, что за ней наблюдали. За ней наблюдали, и она это видела. Даже где-то ей, может быть, также нравилось производить на кого-то впечатление и подыгрывать. В любом случае, она хотела на себя обратить внимание. По этой карте я могу сказать, что иногда она сама себе не принадлежала. У нее было подселение. Что-то или кто-то воздействовал на ее сознание и подсознание. Психически она была нездорова. Ее часто могли мучить какие-то кошмары, какие-то видения, которые для нее были непонятны. Возможно, она даже об этих видениях когда-то кому-то говорила.
и, конечно же, ее считали не совсем здоровым человеком. Но я еще раз говорю, посмотрите на эту карту, и вы увидите, конечно же, что что-то как будто бы из женщины выходит. Также могу сказать я про Ульяну. Вот как будто что-то в ней сидело, то, что на нее оказывало воздействие. И после этого ей было очень плохо. Она находилась под воздействием каких-то своих кошмаров и страхов. Также кто-то мог на нее воздействовать. У нее было однозначно неустойчивое психическое состояние. Не в себе. Она была не в себе. Проживала ли она одна? Вот по этой карте могу однозначно сказать, что она проживала одна. Но она девочку подобрала. Ей как будто бы сама судьба дала этот шанс. Девочка сама по себе не несла для нее отрицательных каких-то эмоций, нюансов, энергию. И у нее возникла неожиданная мысль взять эту девочку под опеку. Именно почему-то она вот сконцентрировалась на Соне. А могла ли она совершить преступление? Она была больным человеком, еще раз говорю. И это также видно на карте. Сидит больной человек возле кабинета доктора. Ее нужно было, конечно же, изолировать или и лечить. Она была больна духовно, душевно. Ее мысли путались. Она была психически больным человеком. И несмотря на то, что она молодая женщина, она была дряхлая. И проблемы со здоровьем у нее были, потому что в ее жизни было очень много испытаний. Самое главное, она считала, что ее никто не любит, и она никому не нужна. Могла ли она совершить преступление? Да, потому что в ней накапливалось очень много отрицательной энергии. И какой же у нее был мотив? А мотив сопротивления – Соня стала сопротивляться и захотела уйти домой, и пошла к двери. И сработал триггер. Задеты были ее какие-то старые раны. Вот у Ланской вот сработал триггер, и произошел выброс злости и жестокости, когда девочка захотела уйти домой и покинуть ее дом. В этот момент однозначно что-то жуткое произошло. Внутренний монстр вышел наружу, потому что я смотрю на ее страхи. И что я вижу? Ведьмами рождаются и ведьмами становятся. Ульяна Ланская была рождена с особым даром видеть потусторонний мир. И она в какой-то момент очень испугалась своих видений. По всей видимости, конечно же, она кому-то рассказывала об этом, и ее, возможно, стали ей говорить, что у нее не все в порядке с головой. Вот эти ее внутренние демоны, которые были всегда с ней, эти монстры, ее пугали. Особенно в тот период, когда было время темной луны. А темная луна наступает каждый месяц. Она боялась собственную безудержность, необузданность. В нее вселялась Лилит. Конечно бы, если бы она стала изучать свое состояние, свою энергию, почему она это видит, если бы она обратилась к нужным людям, к специалистам, она бы поняла, как можно и нужно управлять этой энергией. Да, даже она где-то что-то и пыталась, возможно, изучать, но знаний было недостаточно. И самое страшное, что она видела этот потусторонний мир.
И она понимала, что что-то с ней не то творится. То, что она видит то, что другие не видят. Она видит других людей из другого мира. И она знала, что в ней вот есть это подселение. И у нее был страх потустороннего мира. У нее был страх собственных демонов. Я могу однозначно сказать, на эту женщину нужно было обратить внимание давным-давно. Но она никому не была нужна. Никому не были нужны ее заболевания, ее проблемы, ее болячки. И таких людей, как она, очень много. Есть люди, есть мужчины, есть женщины, которые действительно обладают с самого рождения магическими способностями. И у них есть вот эти внутренние демоны. Когда эти люди начинают изучать правильную литературу, им в жизни встречаются нужные люди, они понимают, что любой энергией можно научиться управлять. Даже динамическую энергию можно направить во благо людей, а не на разрушение. Здесь тот случай, когда человек остался один на один со своей проблемой. И проблема эта уже была, конечно, психологического характера. Она давным-давно сошла с ума. Помимо каких-то физических проблем, которые были у нее со здоровьем, у нее была психика нарушена. И, конечно же, там уже человек должен был стоять на учете. Она должна была быть как минимум изолирована. Ее должны были лечить врачи. Вот парадоксально, взрослая женщина, которая никому не была нужна, обладала этой динамической энергией. Ее раздирали ее внутренние демоны. И она встретила девочку, которая также, по большому счету, никому не была нужна. И вместо того, чтобы стать доброй феей для этого ребенка, она стала монстром. Она не смогла справиться с собой, со своей необузданностью. Я еще раз говорю. Но у Ланской, Ульяны, сработал триггер. На какую-то ситуацию, когда ребенок захотел от нее уйти, вот у нее в этот момент вырвалась эта ярость, эта злость и ненависть. Если вам что-то есть добавить к данному раскладу, пишите, пожалуйста, в своих комментариях. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго.